Это про финансовый менеджмент. Да, ну то есть это про то, чему учиться, ну вообще не хочется, но жизнь все равно заставит. Да, поэтому, Татьяна, пожалуйста, вам слово. Да, Марина Евгеньевна, тут я с вами очень согласна. Как никто другой. Так, меня видно, слышно. Да-да-да, все хорошо. Работать с финансами приходится по остаточному принципу, а это иногда как раз ключевая проблема. И если ты умеешь качественно работать с финансами, то ты обладаешь теми ресурсами, ты раскрываешь свои внутренние ресурсы и весь потенциал организации. Хочу рассказать историю, тоже овладевая навыком сторителлинга. Это оказалось очень-очень полезно. И рассказать, как появился этот курс, сериал. Татьяна, можно секунду? Если вы вот на нижней панели нажмете там, где книжечка как будто раскрытая, вот на нижней панели, ага, вот это, то он откроется на весь экран, скорее всего. Вот так. Во, отлично. У меня экономическое образование, такое ничем не искаженное, и я понимаю важность и нужность этой темы в НКО, потому что я работаю здесь 12 лет. В голове информации очень-очень много, но чтобы ее систематизировать, я работаю с наставником. У меня была конкретная задача, с которой я пришла к Виктории. Хочу создать продукт по финансовому менеджменту для некоммерческих организаций. Потому что об этом мало кто говорит. Это такие редкие продукты. И мы много чего перебирали, изучали худшие практики, изучали запросы и поняли, что это должен быть уникальный и простой продукт для того, чтобы отстроиться от других ресурсных центров и работать с теми организациями, с теми руководителями, у которых есть запрос. Постепенно у нас появилось такое понимание, что это должен быть, это тема очень широкая, и чтобы ее объединить, должен быть такой вот объединяющий формат, да, в этом случае это сериал, соответственно, это сезоны, и каждая тема – это сезон. История начиналась с 12 серий, постепенно этот сериал приобрел 30 серий, которые поделили на 6 сезонов по 5 серий. Традиционно видео, чек-листы, дополнительные гайды, домашние задания, которые помогут усовершенствовать свою работу. При подготовке много времени у нас ушло, чтобы понять вообще зачем, как рассказать руководителю некоммерческой организации, зачем ему приходить на курс по финансовому менеджменту. Были и работы с фокус-группами, изучали и проводили интервью, и мы поняли, что важное, что нужно сделать, что дает курс, это он формирует привычку принимать обоснованные решения и увеличивает эффективность работы. В современных условиях, в условиях всевозможных кризисов, да, финансовое планирование уменьшает зону неопределенности и помогает эффективно выстроить процессы, преодолеть комплекс самозванца. И вот сложился такой прекрасный образ руководителя организации, который почему-то решили назвать Элла. Возможно, потому что как Элли, волшебник изумрудного города, имея самый важный инструмент у себя, дать самые серебряные башмачки, она ходила и водила всех, причиняла всем добро. Так и наши руководители некоммерческих организаций, имея
неосязаемые для себя ресурсы идут трудной и сложной тропой. Возможно, они бы не хотели этой тропой идти, но так приходится. В отличие от Андрея, я расскажу, что будет в курсе сериала. Да? Первый сезон мы будем говорить про стратегии устойчивости, как рассчитывать показатели эффективности, как рассчитывать финансовые риски, составлять планы бюджета, как проводить самодиагностику, оценивать загруженность, производительность своей организации. Курс сериал был бы неполноценным, если бы наша главная героиня не составила для себя алгоритмы работы, не научилась работать с проектами, не освоила современные agile, scrum подходы, не составила все регламенты, не научилась составлять отчетность, причем отчетность как финансовую, так и нефинансовую. Если в первом сезоне Элла ходила с секундомером, то зачем она это делала, стало понятно только в третьем сезоне, да, когда мы говорим про персонал, изучаем эффективность персонала и документарное оформление всех процессов, которые которые делают люди в организации всего-всего, что связано с кадрами, в том числе и проведение рабочих летучек. Как оказалось, проводить эффективные совещания летучки мало кто умеет, и этот навык необходим, и в том числе из-за этого эффективная работа организации страдает. В завершении наша героиня Элла занимается ценообразованием и определяет свои ценности. Она учит выявлять, анализировать, изучает законодательство, рассчитывает стоимость своих продуктов, себестоимость, рассчитывает показатели финансовой устойчивости, потом принимает, и потом идет заново на первый сезон и думает, как бы сделать свою организацию лучше и качественнее. Получился вот такой продукт, который запускается в 2023 году, и есть у продукта отдельная страница и отдельный сайт. Это у нас получилось направление проектная арифметика. И если весь стиль Анухол в сиреневом цвете, то, памятуя про изумрудный город, вся стилистика проектной арифметики в зеленых и изумрудных цветах. Поэтому можно перейти по ссылке и посмотреть страницу курса и записаться на этот курс. Работа получилась интересная, необычная, и это то, чего я сама получила бесконечное удовольствие. Очень жду запуска такого вот очень узкого и сложного продукта. Спасибо огромное. Спасибо, вопросы. Такой специфический, да, специфический продукт, но тема, которая является такой важной. И мне кажется, что вот что интересно в тех программах, с которыми мы сейчас знакомимся, это то, что часто вот то, что я говорила в начале, у нас, как у ресурсных центров, работающих сразу многопрофильно на очень многие темы, часто может не хватать компетенций для того, чтобы вести такие узкие курсы, а запрос на них есть. И в этом отношении, да, вот вопрос, Татьян, сколько времени потребуется от участников для прохождения курса?
Прохождение курса где-то 5,5 месяцев. Это три недели на один сезон. Две лекции в неделю плюс самостоятельное изучение. Мы ориентируемся где-то на то, что это будет 5-6 часов в неделю с выполнением домашних заданий. Еще, может быть, вопросы